понятия многообразные, но если сформулировать это понятие коротко, то это все то, что благотворно влияет на здоровье человека. Было давно и верно замечено, что здоровье не купить в аптеке, но человек часто теряет его из-за своих пагубных привычек. Творец, ты человеку клад вручил, а он, глупец, богатство тебе напрасно расточил. А сейчас посмотрим сценку «Суд над сигаретой». Делать ничего не хочется, а не закурить ли мне сигарету? Стой, не делай этого, тебя за это все осудят, ведь сигарета — это яд. Что ты выдумала, Кнопочка? Я сигарета, я такая стройная, красивая, дурманящая, отвлекающая людей от всякой работы, от всяких проблем. Значит, я самая необходимая, я самая незаменимая. Спросите кого угодно, хоть на суд меня ведите, все меня поддержат. Это ты правильно придумал на суд. И посмотрим, кто прав, ты или я. Суд идет, прошу всех встать. Состав суда. Судья Денисов Сергей Андреевич. Обвинитель Хохлов Дмитрий Николаевич. Защитник Власов Алексей Александрович. Прошу садиться. Слово обвинителю. Кто не знает о докторе Фавести и его извечном спутнике и духовном противнике Мефистофеле и замечательного произведения Гёте «Фауст»? В легенде о Фаусте был такой интересный эпизод. Когда была открыта Америка, Фауст в сопровождении Мефистофеля побывал в новом свете. Они обнаружили там много интересного, в том числе невиданные растения, и среди них табак. Как всегда, осведомленный Мефистофель заявил. Полезная травка, не лопух какой-нибудь, она осчастливит старый свет. Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой забавы. Больше не будут про нас, чертей, говорить, что мы только одни вдыхаем дым и выпускаем его через ноздри. А не набить ли вам табаком трубку, уважаемый доктор? Нет, не надо. Это забава для дураков. Решительно ответил Фауст. На суд приглашается Колумб, виновник ввоза табака в Европу. Я Колумб. Я открыл Америку. Но я не виноват, что люди стали курить. История приобщения европейцев к курению началась так. 12 октября 1492 года мы плыли на корабле открывать новые земли. Все устали, измучились, хотели вернуться назад. Вдруг один из матросов закричал: «Впереди земля!» Это был один из Багамских островов. Мы его назвали Сан-Сальвадор. В числе подарков местные жители поднесли нам сушеные листья, свернутые в трубочки. Это был табак. Потом мы отплыли на материк. Оставшиеся матросы были первыми европейцами, научившимися курить от местных жителей. И хотя представление набожных испанцев пускать дым на себе могут лишь черти, многие матросы втянулись в это занятие. Такой притягательной оказалась сила табака. Слово обвинителю. Всегда у каждого явления бывает по две стороны. И знать мы это с сожалением, взглянуть в историю должны. Вот вам Америка открыта, оно великое событие. Но есть другая сторона. Вот диковин странных полны трюмы. Колумб в Испанию спешит, чтоб королю и прочим людям о землях райских доложить. И одного лишь мореходу не можем мы простить никак. Ведя из дальнего похода привез в Европу он табак. И понеслось, закрутилось, Европа сразу пристрастилась. И стала день и ночь курить, хоть кашлять, а все ж курить. Слово защитнику. В те далекие времена табаку приписывали необыкновенные качества. Считали, что табак целебен, его дым отпугивает злых духов, болезни. Табак считали стимулирующим средством. Его нюхали великий вельможа и даже французская королева Екатерина Медичи при головной боли. К концу XVI века курение проникло во многие западные страны.
Англию, Португалию, Голландию, Испанию, Францию. Слово обвинителю. Нельзя сказать, что табак беспрепятственно попадал всюду. В Италии, например, табак был объявлен забавой дьявола, и курящих наказывали. Пятеро монахов были заживо замурованы в монастырской стене. В Англии курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее. Король Англии, Стюарт Яков I, написал труд о вреде табака, где были такие слова: «Курение – привычка противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга, опасная для легких». В России курящих наказывали 60 ударами палок, отрезанием ушей. А после пожара в Москве, причиной которого оказалось курение, было запрещено под страхом смертной казни. Торговля табаком в России была разрешена только в царствовании Петра I. Слово защитнику. Еще событие одно. В Европу, прорубив окно, Алексеич, Петр, наш царь великий, что было для России дикой, конечно, в пользу, не во вред. Но мы не избежали бед, курить привычку насаждал, ему никто не возражал, а если бы кто и возразил, тот головы бы не сносил, и понеслось, и закружилось. Россия тоже пристрастилась к зелью, к заморскому греху, к отраве этой, табаку. Слово судье. Сегодня всем понятен вред, сердцебиение, кашель, бред, боль легких, головная боль, но видно, не хватает воли у половины населения навек расправиться с курением. Все потянулись к сигарете, девчонки, парни, даже дети. Давайте скажем для народа, курить давно уже не модно. Курение – это смрад и мрак, провозгласим долой табак. Слово обвинителю. Действительно, теперь известно, что табак – это яд. Курить, здоровью вредить. Давайте посмотрим, какую пользу принесла первая сигарета Томасу Сойеру и его другу Джо. После вкусного обеда, состоящего из рыбы и яичницы, Том сказал: «Теперь мне хочется научиться курить». «Я тоже не прочь покурить». Кек сделал ему трубки и набил их табаком. «Берите», — сказал он. Том и Джо растянулись на земле, опираясь на локти, и начали осторожно, с опаской, втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, и их немного тошнило, но все же Том заявил: «Да, это совсем легко. Знаю я это раньше, я уже давно научился». «Я тоже, клевое дело, фу». Разговор продолжался, но вскоре он начал чуть-чуть видать, прерываться, паузы стали длиннее. Пираты сплевывали все чаще и чаще. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев. У Тома тоже. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом: «Я пойду, выйду». Том дрожащими губами произнес, запинаясь: «Я тоже, пожалуй, выйду». И шатаясь, поплелся за Джо. Им обоим было очень плохо. На суд приглашается врач. Спросим у медиков, что же произошло в детском организме. Табак очень опасен. В одной сигарете содержится 30 составляющих его вредных веществ и 200 образующихся в результате горения. Но особо опасными являются канцерогенные углеводороды, табачный деготь, сажа, угарный газ, радиоактивный полоний и калий, тиминная кислота, мышьяк, никотин и другие вещества. Никотин – чрезвычайно сильный яд. Говорят, что одна капля чистого никотина убивает лошадь. Неправда, не одну, а сразу тройку взрослых лошадей. Никотин опасен как для начинающих, так и уже курящих. Например, в городе Ницце французские юноши устроили соревнования на выносливость к табаку. Человека, выкурившего больше табака, ждал приз, но победитель не получил его. После выкуривания третьей пачки 60 сигарет он скончался. Призом для него стала сырая земля. Ежегодно от курения умирает 2,5 миллиона людей. Суд заслушал обвинителя, защитника, свидетелей.
Суд идет на перерыв. Прошу всех встать. Прошу садиться. Рекламная пауза. Крошка, сын, как суд пришел? И сказала Крох, много куришь табаку, жирен ты кончишь, плохо. А ты прав, мой юный друг, ведь табак отрава. Брошу я его курить, ради жизни правы. Суд идет, прошу всех встать. Прошу садиться. Слово судье. Суд признал сигарету виновной. Очень опасной для здоровья людей. Ей нет места в человеческом обществе. Кто сомневается в нашем решении, пусть пройдет в зал заседаний органов внутренних дел. Открывается заседание органов внутренних дел. Начинаем собрание органов внутренних дел нашего хозяина. А где желудок? Болен он, хозяин его курит, он записку прислал. Кушать вовсе неохота, сил уж нет с дивана встать. Нет зубов, гастрит желудка, инвалиду стал стать. Жаль, собрание важное. А почему легкие чернее обычного? Хозяин курить больше стал. Как уже знаете, в табачном дыме содержится более 200 ядовитых веществ, большая часть которых остается у нас, в легких. Эти табачные деготь, уголь, канцерогены, того гляди, рак привяжется. У курильщиков рак встречается 20 раз чаще, чем у некурящих. Вот и я настрадался от этого табака. А угарный газ и особенно синильная кислота проникает кровь, уменьшает способность клеток воспринимать кислород с протекающей крови, наступает кислородные голодания. В последнее время у моего хозяина голова часто болит и кружится. Происходит потеря сознания. А до дня он в беспамятстве упал и чуть не сломал себе руку. И все это из-за какого-то табака. А я читал, что инфаркт в 45 лет бывает только у курильщиков. Мне только этого не хватало. Мало того, что хозяин сидит у телека целыми днями просиживает, так еще и это. Я ведь такой большой не потому что добрый, а потому что жирный. Никаких нагрузок, разве это жизнь? Я тоже курильщик, только пассивный. Только у хозяина, раньше чем начнется рак, и прежде чем вена закупорится, и начнется гангрена, он узнает, что такое цирроз. Это клетки печени, разлагающиеся безвозвратно. Посмотрите на меня, я уже отравлен, мне плохо. А кто виноват? А я при чем? Это все левые, левые колючки, лень, неинтересно. Хочу пить, хочу курить. Да? А кто решает, пить или не пить, курить или не курить? Вот в чем вопрос, правда? А я могу все логически объяснить. Курить он начал еще в утробе курящей матери своей. С первых дней здоровья в гробе пример желает принять скорее. А если пьют отец и мать, что от сына можно ждать? Ума, здоровья, красоты. Ответ один – увы, увы, увы. Ух ты! Сам зачинил? Нет, желудок. У него что, язва? Нет, гастрит, но зато острый. Ну, тогда, пока дело до язвы дойдет, Пушкиным он не станет, не успеет. А я скоро решительно и бесповоротно откажусь работать на хозяина. Какую бы он гадость ни глотал, все нам, почкам достается. Вы на нас все посмотрите, и за курево, за пьянки, держим мы за все ответ. Нам по возрасту 15, а по жизни 40 лет. Раз покуришь за углом, кашляешь, да ухаешь. Ну, а мама все ворчит, что ты плохо кушаешь. Крохолиться не надо, напиваться до упада, что попосле венца не потерять лица. Это что, желудок сочинил? Интересно, а что он начнет сочинять, когда хозяин запьет? А я уже сочинил за него. Удивляюсь я тому, кто кончит, а я не пью, и вино угощает подругу свою. Отхлебнув немного, она навеселее, в кости в каи побежала по ровной земле. До этого глупой она не была, но вино совершенно лишило рассудка ее. И не заикалась прежде она за столом, а теперь ни слова ее не поймет.
я тоже сочинила. О, сколько зла несет вино, оно несчастье одно. Страдают взрослые и дети от него. Вино разврат и мордобой, оно не дружит головой. Вино опасная трясина, и до него подать рукой. Вино пожар, несчастный случай, разбитая семья и даже смерть. Давайте же взвесим все, что есть. Вино, да будет проклято оно, что позадели лишнего глотка, кого-то бросил муж, или ушла жена, или у пьяного не дрогнула рука, и кто-то жизнью поплатился. Я тоже могу сочинять. Для пьянства есть такие поводы. Поминки, праздник, встречи, проводы, крестины, свадьбы, развод, мороз, охота, Новый год, выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин. Так что, хозяин начал выпивать? Да, он думает, все нужно попробовать. К тому же высотки, Элвис Пресли этим балуется. Да и где они сейчас? А желудок говорит, лучше быть живым и умным, чем драконом мертвым. Тем более он на Высоцкого не тянет. Куда ему? Фу, гадость, он опять курит. Он опять выпил водки. Мы больше не выдержим. Ему опять предложили рюмку? Он протягивает руку. Не надо, не бери, пожалей себя и нас. Человек заболевает, он болеет и страдает. Чтобы не было проблем, не курите и не пейте, организм свой пожалейте. Вы все знаете, понимаете, организм свой защищайте от курения, от вина, от плохого в жизни дня. Не курить, не пить не надо, понимать уже пора. Делать этого нельзя, нужно всем это запомнить, нужно всем это понять, чтобы в жизни не страдать. Ну вот, на этом выступление детей закончилось, и мне хочется поговорить с самими ребятами. Ребята, почему тема наша так называется, когда человек сам себе враг? Как вы считаете, почему? Сережа, как ты считаешь? Потому что сам курит, сам выпивает. Сам, да? Да. И именно сам. Он сам свою судьбу решает. Смотрите, ребята, а как вы считаете, почему вот не только взрослые, но и дети начинают курить? Почему-то именно школьники вашего возраста вдруг ни с того ни с сего начинают курить? Аня? Потому что они хотят подражать взрослым, и все хотят на них похожи быть. И скорее хотят, ну, попробовать курить, курить. Хотят быть взрослыми. Это одна из правил. Вы правильно говорите. Это одна из причин. Таня, ты как считаешь еще почему? Я тоже считаю. Да? А ты, Саша? Ну, из-за плохой компании, там, друзья курят какие-то. Ты думаешь, из-за плохой компании попал человек, да? И такой у нас оказался мягкотелым. И пошел, как говорится, за этими плохими друзьями. Хорошо, ребят, а вот что бы вы сделали, если вот компания, как вам кажется, не подходящая для вас? Что бы нужно сделать? Саша, порассуждай. Нужно сразу от них уйти, не дружить с ними. Да, в этом случае нужно набрать, ну, волю, что ли, найти в себе. Ну и с этими друзьями расстаться. Они не подходящая компания. Итак, ребята, вы все причины сказали? Может, еще есть какая причина? Ну и как вы считаете, еще одна причина, вот вы сегодня только слушали, какая причина? Наверное, эти ребята что не знают? Что? А? Вредно. Пожалуйста. Что табак, и это все вредно. Конечно, ребята, по безграмотности своей. Они не знают о всем, о вреде, который приносит табак и курение. И поэтому, вот из-за этого они и страдают. Ну что, ребята, на этом наш классный час закончен. Мы сейчас с гостями пойдем химический кабинет, да? А вы, ребята, потом спуститесь в класс на второй этаж, как всегда. Вы можете сейчас повторить. Так, ну все, на этом классный час закончил урок, который вы поставили. Так, костюмы, ребята, вы свои положите вот сюда на стол.